Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике, по данным управления Роспотребнадзора, является напряженной и, соответственно, значит, характеризуется 101 новым случаем коронавирусной инфекции. В столице нашей республики подтвержден 61 случай. А граждане, заболевшие, находятся как на амбулаторном, так и на стационарном лечении. В Вилюйском районе это 7 случаев, в Амгинском районе 6, в Мигино-Кангаласском 5, в Кангаласском 4. По 3 случая зафиксировано в Горном, Мирнинском, Усть-Алданском, Чурапчинском. По 2 случая зарегистрировано в Верхоянском, Кобяйском и Ленском улусе. Отдельно хотела бы обратиться к жителям Верхневилюйского улуса и, соответственно, к оперативному штабу Верхневилюйского улуса. На настоящий момент отмечается повышение, соответственно, уровня заболевания в вашем улусе, в связи с чем, значит, необходимо принять все меры, как усиление безопасности, так и меры, направленные на то, чтобы как можно больше граждан прошли, в том числе и вакцинирование, и соблюдали нормы и правила, установленные указами главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, мы понимаем, что в ближайшее время в республиканских мероприятиях планируется проведение и Гарманчары, и Сайхал-Анхо в Алекминске, в связи с чем я обращаюсь и к жителям Горного улуса, Алекминского улуса, и тех, кто планирует участвовать в этих мероприятиях. Вакцинация сегодня позволит нам провести эти мероприятия без лишних вопросов непосредственно относительно последствий возможного заражения как такового, в связи с чем призываю всех прийти в Алекминском и в Горном улусе, а также членов команды, те, кто планирует поехать в эти районы на мероприятия на вакцинирование. В целом за сутки у нас проведено 3556 исследований на новую коронавирусную инфекцию. Вообще за весь период пандемии обработано в республике 1 026 765 тестов. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, продолжается вакцинация на территории республики. Вчера поступила дополнительная партия вакцины двух видов. На 3 июня 2021 года в республику поступило 202 409 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцину получили 173 467 человек, в том числе из лиц старшего поколения 38 972. На настоящий момент в республике использовано 85,8% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Среди лидеров по вакцинации в республике является на сегодняшний день Нюрнгринский район. И, соответственно, значит, среди антилидеров, к сожалению, оказывается Верхневилюйский район, где отмечается как подъем заболевания, так и, соответственно, значит, и необходимость вакцинирования и достаточно слабые темпы вакцинирования как такового. Поэтому на настоящий момент необходимо, значит, данные условия соблюдать и очень четко понимать, что добровольное волеизъявление по вакцинации является направлено прежде всего на сохранение собственного здоровья. Сохранить собственное здоровье в сегодняшней ситуации можно лишь только благодаря вакцинации. Здоровья всем!